Утром 11 апреля в Измаил нагрянул целый отряд сотрудников Одесской областной прокуратуры, которые начали проводить обыски и изъятие документов в одной из приемных депутата-оппозиционера Александра Дубового, расположенной в бывшем доме офицеров. Специфика обыска заключалась в том, что в данном помещении также находится частная общеобразовательная школа «Стежинка» и протестантская церковь. Помощник парламентария, депутат Одесского областного совета Павел Бойченко, сообщил, что своими действиями сотрудники прокуратуры напугали детей, которые в тот момент находились в классах на уроках. Дети напуганы, директора сняли прямо с урока и стали допрашивать. Это попытка политического давления на оппозиционного депутата. По нормам закона обыск не может проводиться в общественных приемных, отметил Павел Бойченко. Бога не боятся, людей не сидят. В помещении церкви провели обыск. После этого сейчас проводят, пугают бедного директора, у которого руки дрожат, проводят обыск в кабинете директора. Ну, дальше там располагается наша приемная, туда еще не дошли, но мы их пускать не будем. Меня не пускали, если это зафиксировано на видео, как отца не пускали. Я сказал это комментарий народного депутата, характером он не удался, поэтому запугать, сломить не удастся. А за действия прокуратуры незаконные, придется отвечать. В свою очередь, правоохранители отказались пролить свет на происходящее в доме офицеров, а также отворачивались и старательно закрывали свои лица руками, когда их пытались сфотографировать представители СМИ. Станислав Тугай, веб-студия «Курьер».